Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте старый знакомый джип Компас. Итак, ремонт морды. Итак, капот, крыло левое, усилитель бампера, фары. Все это меняется. Вот так это все зажато. И чтобы дальше разобрать, мне приходится оттянуть балку бампера и потом лонжерон. Ну и все железяки. Итак, оттягиваем. Все это будет меняться, поэтому я не жалею этого металла. Даже если он отрывается. Вынимаю двигатель. По-другому здесь ремонта не сделаешь. Итак, ремонт начинаю с левого лонжерона. То есть вот с этого заломчика. Он более-менее целый. Поэтому его я делаю первым. То есть вот такая конструкция. Мне нужно просто распрямить залом. Больше как таковых серьезных повреждений здесь нету. После того, как я его выровнял, я делаю измерения и приступаю к ремонту левого лонжерона. Сначала я вытягиваю. Лонжерон довольно-таки сильно засажен. Поэтому сколько можно оттяну, а затем вырежу кусок, чтобы был подход к внутренним усилениям. И затем опять растягиваю. Также мне надо растянуть крепление вилки. Вилка согнута, поэтому могу смело тянуть за вилку. При этом постоянно делаю измерения по правой стороне, чтобы было все симметрично. Чтобы продолжить ремонт лонжерона, мне нужно отделить вот эту часть, чтобы убрать вот этот залом. Высверливаю и удаляю ее. И продолжаю ремонт лонжерона.
Итак, практически все вытянул и теперь удаляю с лонжерона все усилители и крепление двигателя. И затем обрезаю еще кусок лонжерона. Чуть дальше место залома. Затем этот кусок я выровняю и к нему подгоню кусок от калибра. Итак, отровнял, и вот только такой вот кусочек, кончик может подойти от калибра. Дальше идет конфигурация совсем другая. Ну и это тоже хорошо. Измеряю и свариваю этот лонжерон. Точнее, кусок лонжерона. Итак, вот он, красавец. Сварил, примерил. Теперь буду вваривать его на место. Для того, чтобы мне легче было измерять, я прикручиваю балку бампера. И тогда я смогу измерить высоту, диагонали и все остальное. Итак, прикручиваю эту часть лонжерона и свариваю. Итак, здесь все прекрасно, приварил. Теперь привариваю поперечину держатель радиаторов, довариваю лонжерон левый, рамку для фары, ну и все остальные заканчиваю сварочные работы. Итак, сварочные работы идут к концу, и чтобы приварить рамку для фары, я примеряю крыло и буду варить вместе с ним. Итак, все сварено,
диагонали нормальные. И теперь я прокрашиваю отсек двигателя, там, где, естественно, это надо. Затем ставим двигатель, ставлю радиаторы, чтобы больше их не снимать, и примеряю капот, крылья, бампер. Итак, зазоры прекрасные, и работы с металлом закончены. Теперь осталось только подшпаклевать где надо, загрунтовать и покрасить. Удобство и качество покраски крашу сначала капот бампером, ну а затем остальные детали. После чего я машину собираю. Итак, машина собрана. Вспомним. Вот такая она была. И такая она теперь. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока. Всем удачи.